всех, дорогие зрители, а также подписчики моего творческого канала. С вами снова Костян, и по многочисленным просьбам я все-таки решил сделать видео о том, как же сделать такое интро, как у меня в начале видео. Кто не обратил внимания, можете отмотать назад и внимательно рассмотреть. Ну а теперь давайте приступим. Итак, для того, чтобы сделать такое интро, нам нужно перейти по ссылочке, которая будет в описании. maclobus.com. Вот. Переходим по этой ссылке. Так. Это сайт, на котором мы можем найти бесплатное интро для нашего Sony Vegas. То есть мы не будем делать сами, мы будем только подставлять текст. Так же, как и сделал это я. На сегодняшний момент у меня, конечно же, свое интро, новое уже, не такое вот, как старое, которое вы видели в начале видео. Я его, кстати, вам покажу в конце. Ну, давайте выберем что-то на тему, ну, вот даже Far Cry. По-моему, неплохо выглядит. Ждем 5 секунд. И скачиваем наш файл. После того, как файл скачается, я возобновлю запись. Итак, наш файл скачался. Можем его разархивировать. Готово. Вот у нас вот ажи. Вот наш Far Cry. И мы открываем вот этот вот файл. Far Cry 4 в разрешении Sony Vegas. У нас открывается вся интрошка и вот эти вот все файлы в ней. Да, нажимаем ОК, открываем на весь экран. Оу, как тут? Вот, есть. Ну, немножко неудобно, я изменил разрешение экрана, так как у меня квадратный. И все, что осталось, это немножко подизменить текст. Нажимаем на наши текстовые файлы, ну и смотрим. Давайте напишем. Presence. Да. Тут уже на ваше усмотрение, что вам нужно. Вот как сделать интро. Напишем, к примеру. Тут напишу ссылку своего канала. Это вы все пишете на ваше усмотрение. Готово. Смотрим. Красиво, эпично, ну и все как и следовало ожидать. Чтобы сохранить наше интро, нам нужно дважды кликнуть по вот этой вот части вот Sony Vegas. Даже вот так вот выделить весь файл, нажать перевести в 11 версии, по-моему, прочитать, как выбрать main concept AVC AAC MP4 и выбрать интернет HD 720p. Ну, это уже, конечно, другая история. Тут мы видео о том, у нас как сделать интро, не как сохранить. И нажимаем рендер. Мне это не нужно. В общем, я надеюсь, вы поняли всю суть, как сделать интро для видео Sony Vegas. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки
и смотрите другие видео. А также ожидайте новые клипы, которые я снимаю сам. Это у меня и арт-студия называется. В общем, всем удачи, всем пока.